Строительство Дворца мира и согласия, общая площадь которого составляет 28 тысяч квадратных метров, завершилось в 2006 году. Концертный зал был открыт Монсеррат Кабалье. Идея создания дворца принадлежит президенту страны и была представлена им на первом съезде мировых и традиционно национальных религий. Пирамида стала олицетворением мира и согласия в нашей стране, в нашей столице. Съезд мировых традиционных религий, многочисленные мероприятия и концерты – события, которые сближают наш народ, целые страны.